Как удалось установить следствию, причиной обрушения стали несанкционированные работы по разборке здания, вследствие чего произошел обвал стены и перекрытия. В ходе чего один человек погиб, мужчина 1981 года рождения, проживая в город Котлас, и травмирован. Еще один мужчина 1970 года рождения, без определенного места жительства, помещен в Котласскую центральную городскую больницу. Со слов очевидцев, бездомные, разбирая полуразрушенное строение, сдавали лом кирпича и цветмет за небольшие деньги в скупку и так зарабатывали себе на жизнь. Сегодня собственник здания установлен. Информация об этом направлена в следственный отдел. На месте происшествия установлены соответствующие аншлаги и габаритная лента. Данная информация была размещена на официальном сайте муниципального образования Котлас, памятка населению. И для недопущения подобных случаев данный вопрос вынесен на КЧС и ОПГ, то есть на комиссию по чрезвычайным ситуациям. В целях недопущения подобных ситуаций исполняющий обязанности главы Котласа Александр Бурбах рекомендовал Комитету гражданской защиты совместно с архитектурой в ближайшее время провести аналитическую работу на момент выявления полуразрушенных и разрушенных объектов в городе. Поэтому давайте мы, наверное, такую оперативную группу создадим под председательством, значит, Елегина Эдуарда Юрьевича. И в ближайшее время сделаем аналитику по нашей территории, по данным объектам данного такого характера, значит, и разработаем какие-то мероприятия, представленные, значит, в адрес владельцев земельных участков, владельцев этих сооружений полуразрушенных, с тем, чтобы исключить такие дикие случаи, когда людей заваливает, значит, обрушением зданий и перекрытий.